наш урок. Посмотрите, пожалуйста. Как называется наш урок? Ваня, скажи. Ну, что есть в Азии, чего нет в интернете? Итак, ребята, заседание клуба «Юный журналист». Что такое интернет, Дима? Я думаю, что интернет – это самое массовое средство информации. Я думаю, что интернет – это самая большая связь всемирная, в которой могут переписываться и связываться люди, и самое главное – узнавать очень много полезного и хорошего. Я считаю, что в интернете можно узнать любую информацию на полюбой теме. Когда появились первые печатные издания? Пожалуйста. Первые газеты появились в Китае в 8 веке. Газета в России начали поступать в 1703 году. Чем же отличается газета от интернета? Проведем с вами такую творческую работу. Пожалуйста. Я считаю, что газета лучше интернета тем, что газету пишет человек образованный, он учитывает какое-то цельство, показывает твой ум, твою выразительность. В газете выражено все более ярче, ну, человек же может как-то переживать больше, может почувствовать это все. Ну, я считаю, что в газете больше сопереживаний, журналист пропускает всю информацию через себя, своими словами, более понятнее, чем в интернете. Нашего района имеется своя газета. В этих газетах печатаются достижения наших учеников нашего района. Вот, например, возьмем Урлиха Алина. Она заняла первое место по олимпиаде английского языка. Статью про нее напечатала ее сестра Урлих Ирина. Что можно сделать с газетой, чего нельзя сделать с интернетом? Я считаю, что газету можно прочитать в любом месте и в любое время, а интернет только со средствами связи можно. В газете сложно запустить, в интернете